Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче». Поехали. Наверняка многие из вас уже видели аватара, которого вчера пьяного за рулем задержали минские гаишники. Стали известны подробности. Молодой человек хотел принять участие в конкурсе костюмов на корпорации и очень сильно заморочился. Потратил на костюм $300, побрил себе голову и вставил линзы. Но на сам корпоратив не успел. И вместо главного приза пятой ПС-ки получил только утешительный приз. Это его и расстроило. Он выпил на целых 2 промилле и сел за руль. Вот такая не киношная история. Минский таксист взял 140 рублей за получасовую поездку. В неприятную историю попала гостья из Санкт-Петербурга, которая прилетела в Минск. Она села в такси, поехала в гостиницу. Счет поездки составил 142 рубля, но закон на стороне таксиста. Об этом гласит пункт постановления Совмина о некоторых вопросах автоперевозок пассажиров. Там и сказано, что водитель вправе устанавливать сам размер платы, в том числе и за посадку. Не так давно на Гомельщине появились ядовитые пауки. А сейчас новая напасть – белые американские бабочки. Это вредные насекомые. В Речице введен карантин. Коммунальщики разрушают их гнезда, пораженные деревья спиливают и сжигают. Для человека они, по сути, не опасны, разве что для аллергиков. Пока, правда, непонятно, как эти насекомые оказались в Беларуси. Быть может, их кто-то завез вместе с фруктами, или им просто стал нравиться наш климат.